Через несколько дней в Чебоксарах начнут курсировать новые автобусы – ЛиАЗы, МАЗы и ПАЗы. Они придут на смену маршруткам. Новый транспорт поможет снять напряженность часы пик, уверены в городской администрации. Сегодня на базе одного из перевозчиков, где ожидают выхода в рейс автобусы большого класса ЛиАЗ, провели контрольный осмотр. Осмотр с пристрастием. Через день все 77 автобусов выйдут на столичные маршруты. Важен каждый нюанс. Безопасность, температура в салоне, удобство и комфорт. ЛиАЗы идеально подходят для городских маршрутов. Готовятся и водители. Кстати, сейчас их в штате 230, но перевозчик готов принять еще 150. Мы эту тему без внимания не оставляем. И администрация города, учреждения муниципальные с 1 декабря будут контролировать работу новых перевозчиков. Мы также, как и Владимир Николаевич сказал, выйдем на линию, приедем сюда, посмотрим, что здесь происходит. В час пик будем контролировать. С пополнением автопарка должна решиться и проблема пассажирских перевозок из Новочебоксарска в столицу Чувашии. Что касается маршрута Чебоксара-Новочебоксарск, такого самого, наверное, сложного с точки зрения утренних и вечерних поездок, мы планируем по основному стволовому маршруту от университета до Сокола поставить автобусы среднего или большого класса. Реформа транспортно-маршрутной сети в Чебоксарах стартует 1 декабря, а затем она начнется и по всей республике, отметил министр транспорта. В конечном итоге общими усилиями удастся обеспечить безопасность на дорогах и обеспечить доступность каждого удаленного района.